Как будто бы да, как будто бы вот это, да, по сути являющееся таким шуточным оскорблением касательно вот направления сюда, да, не знаю, я еще думал, когда ты заказывал, думаю, имеет ли это какое-то отношение, имеет, оказывается, да, альбом называется «Поляк микстейп». Такой вот поляк микстейп у нас, да, Пшек, Лил Пшек, еще здесь написано. Российский исполнитель из Санкт-Петербурга начал творческий путь в 2021 году с трека «Мальвина». Широко известным пока не стал. Красавчик обычно. Стал широко известен благодаря... А, пока не стал. Пока не было разбора, бро. Пока не было сегодняшнего разбора, ты не стал известным. А вот он сейчас наступает потихонечку, и ты придешь к успеху. Да. Так, 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 так. Поляк микстейп. Это сборник треков, в которых я делюсь своей историей борьбы и достижений. Снег. Это трек, где я рассказываю о трудностях, которые мне пришлось переодать. Подожди, бро. Какой ты нам трек заказал? Со стилю пачки. Да? Что тут именно? Это хит о жажде финансовой стабильности и заработке денег. Актуальная тема, слушай. Актуальная тема для реп-исполнителей, да? Так, ну давай, хорошо. Что у тебя вообще в целом тут есть? Трудности, которые пришлось преодолеть. Пассивка. Про идею пассивного дохода и свободы от бытия наемным работником. Понятно, Питер Паркер. В этом треке я ассоциирую себя с супергероем и рассказываю историю своих приключений. Big D. Это трек о моем сексуальной мощи и любви к женщинам. Слушай, ну все по базе, да? Полный чат эмодзи. Это трек о роли, которую играют социальные сети в нашей жизни, даже манипулируем своим образом в интернете. Поляк микстейп – это мастерски скомпонованный сборник треков, демонстрирующий ему уникальный стиль и взгляд на мир. Солидное заявление, бро, солидное. В данном случае мы будем слушать только лишь один трек. Кстати, красивая облога. Облога мне твоя нравится. Что-то в ней есть. Знаешь, и цвета хорошо подобраны. Что-то есть, короче, да? Очень даже неплохо. Базовый, вообще максимально базовый, максимально. Друзья, все, короче, релизы, которые вы видите, да, в данном случае вот эти, допустим, которые были здесь легендарные, вон, видите, легендарочка висит. Это у нас были 4 легендарочки каждую неделю по воскресеньям, которые разбирались на сайте, но не оценивались. Сейчас голосование, которое вы видели, это, которое, в принципе, было, да, и мы зафиксировали, что там были чисто легендарки, которые не разбирались. Там от Скриптонита, от Ателла, от Кизару и от Оксимирона. Поэтому это будет на сайте для того, чтобы вы имели возможность оценить, как здесь, да. Это не на разбор, допустим, от меня, да. Это будет возможность ваша высказать свое мнение касательно легендарных релизов. Очень важно. Так, вот такая вот история. Говорит, с 21 года начал, да. А по факту так и есть, да. Ну, по крайней мере, здесь один трек есть в 21 году. И вот сразу вот этот микстейп, да. Состоящий из 7 треков, второй из которых нам предлагают послушать, а написали нам следующее. Привет, зацени трек «Пшек со стилю пачки». Звучание не самое актуальное, но интересно, что скажешь. Ютуберским привет, а на твичевских, конечно же, да. Так что вам привета никакого нет, можете, исходя из этого, оценивать этот трек, да. Абсолютно непредвзято, да, естественно. На вас хуй забили, а вы можете непредвзято оценивать этот трек, да. Шутка. Слушай внимательно. Слушай внимательно, что это такое. Пам-парам-пам-пам-пам. Так. Там еще есть описание, да? Трек о жизни полной проблемы в борьбе за деньги. Лил Пшек описывает свою жизнь, где он работает на маленькой работе. Ага. Чтобы заработать на свои пачки денег. На маленькой работе пачки денег, да, которую он хранит дома в кровати. Бля, уже страшно. Вместе с друзьями и кисами они находятся в безопасности, но все равно стремятся заработать больше на маленькой работе. Трек насыщен пачками денег и кричащими пшек-пшек звуком. Допустим, let's go. Так. Пшек, 22. Я видел сток дерьма, ты бы не вывезжить моей жизнью. Так. Перестал тебе горло перо, и ты обращаешься с жизнью. Да это мой новый стиль, я называю его стильню. Пыхти на работе за бабки, я все равно со стилю. Я со стилю. Я со стилю.
Подожди, бро. Я все стилю, ты пишешь. Я все со... Тут нету я все со стилю. Тут одного слога нет какого-то. Либо нет все, либо нет со. Я все стилю. Или я со стилю. Да? Смотри. Я со стилю. Я со стилю. Я со стилю. Четыре слога ты говоришь. Я со стилю. Или я все стилю. Тут нет пять слогов. Я со стилю. 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 Со мной рядом киса. И она зависла. Что у нас такое, парень? Давай назови сам. Молодой левшек. Я не знаю слова. Хватит мне никогда не хватит. Я храню пачки в кровати. Левшек в сафари. На тачке you can touch me. Только в одном кармане бичики, да? Пачки, и в другом кармане пачки. Пачки, пачки, пачки. Да. Тянет пальчики. Пачки, ну, вот пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Сука тянет пальчики. Пачки, пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Сука тянет пальчики. Да. Пачки, пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Пачки, пачки, пачки. Сука тянет. Пачки, пачки, пачки. Пачки, па... Так, подожди, стой, это уже было, да, это аутро уже настало. Ага, у нас перепев перешел технично в аутро. Все понятно, все понятно. А, так, ну вот смотри, бро, вот ты что хочешь услышать реально? Вот о каком именно из аспектов ты хочешь что-то услышать? Что ты вообще думаешь, как этот трек тебе вообще самому? Что касается текста, вот допустим, давай спросим абсолютно непредвзятое мнение чата, которому ты не передал привет. Чат, что думаете об этом замечательном треке от 1 до 10? Как вы думаете? Как вам эта история? Отправляться в музей РЗТ. Видишь, какой уровень похвальбы? Музей РЗТ собираются делать. Про пальчики хотелось бы услышать. Хуйня один. Ну, это так, это хейтер, блядь, завистник, да? Вот 10, видел, да? 10, бро, 10, 1. Это тоже, это все завистники. Просто у них нету пачек, понимаешь? Они не умеют стилить. Они не умеют ни стилить, ни стилить. И пачек в кармане нет. Все, кто меня не любит, мы просто мне завидуем, да? Вы, я думаю, что ты короля хип-хопа должен знать базу, поэтому все в порядке, бро. 10 из 90. Он из 10 хотел написать, да, просто 9, она очень рядом с единицей находится, как бы, поэтому он думал написать 10 из 10, а нажал, блядь, неправильно. Все отлично, бро, лучший трек, охуительный, да. Прекрасный, прекрасный, прекрасный трек. А на самом деле, да, сведено плохо. Флоу не особо держишь, даже достаточно-таки простой. То есть задача этого флоу, чтобы ты его прям вот вгрызся в него и вот настолько погрузился, чтобы это, бля, реально звучало прям. Это настолько должно быть легко, да, легко и жирно застелено, потому что текст простой, бит простой, сведение хуевое. Все, что ты можешь дать здесь, это только свою харизму. Харизма ровная, слишком. Вот эта история. Репетативность вроде есть, но слишком примитивная, чтобы быть интересной. Пачки, 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 сука, тянет пальчики. Пачки, 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 пальчики, 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 пачки, 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 пачки. Ну, в 2012-м как будто бы было бы норм. Как будто было бы норм. А вот такое. Слишком много повторений. Да, и достаточно простых вещей. Звучит на два. Но у меня хорошее настроение, поэтому один. База-база, бро. Рэп 2010 года, имба. Ну, в общем, как бы... Вот я еще раз, да, типа... Ты бы не вывез жить моей жизнью, приставил тебе к горлу перо, и ты попрощаешься с жизнью. Ахуй. Да это мой новый стиль, я называю его стиль нью. Пыхти на работе за бабки, я все равно все со стилю. Ну, допустим, вот допустим, вот эти две строки, ну, как-то норм, да, пыхти там со стилю, что-то. Со мной рядом киса, и она зависла. Что у нас это такое? Парень, давай, назови сам. Двойные, да? Молодой лил пшек, я не знаю слова хватит. Мне никогда не хватит, я храню пачки в кровати.
Lil Pshek в сафари на тачке. You can't touch me. В одном кармане пачки. И в другом кармане пачки. И потом далее раскрытие темы про пачки. Скучно, бро. Скучно, сухо. Старо, да? Как будто бы лучше бы ты показал какой-нибудь, знаешь, Produced by Deck. Лучше бы ты показал какой-нибудь свой эксперимент, например. Пусть даже более хуёво реализован, да, но чтобы это было что-то необычное. А здесь как будто... Непонятно, честно. Непонятно, непонятно. Непонятно. Да... Просто норм, да, вот, просто норм. Такой, знаешь, трек, который вот максимально стоковый. Мой новый стиль, я называю его стильню. Пыхти на работе за бабки, я все равно со стилю. Я со стилю, я со стилю, я со стилю. Давай оценим, бро. Давай оценим твою работу. Давай оценим. Альбом после синглов. Yes. Еще разочек слушаем и оцениваем. Эй, со стилю шек, пачки. Шек. Да, шаг, да, 22. Да. Я видел сток дерьма, ты бы не вывезжить моей жизнью. Пристал тебе горло перо, и ты обращаешься жизнью. Да это мой новый стиль, я называю его стильню. Пыхти на работе за бабки, я все равно со стилю. Концовочки неплохо. Концовочки более-менее неплохо. То есть флоу, кроме одного момента, ты держишь в принципе нормально. В принципе нормально. Не сказать, что там это полная пластмасса там, или супер дико скучно, да. Я говорю, просто нормальный трек. То есть это не прям не руина какая-то. Ну вот, допустим, почему я должен слушать его, мне непонятно. Непонятно мне. Текст тривиальный. Какие-то обороты, флоу, кач, бит тоже довольно простой. Ровно все, прям жестко. Эй, шаг, шаг, просто ровно. Шаг, да. Я видел сток дерьма, ты бы не вывезжить моей жизнью. Пристал тебе горло перо, и ты обращаешься жизнью. Да это мой новый стиль, я называю его стильню. Пыхти на работе за бабки, я все равно со стилю. Я со стилю. 4-5 баллов, бро. Я тем более здесь бит простоватый, надо было давать текст. Я со стилю, я со стилю, я со стилю, я со стилю. Со мной рядом киса, и она зависла. Что у нас такое, парень, давай назови сам. Молодой левшек, я не знаю слова, хватит. Мне никогда не хватит, я храню пачки в кровати. Левшек сафари на тачке. Вот левшек сафари на тачке, you can touch me. Вот здесь немного пробуксовал. В одном кармане пачки, и в другом кармане пачки. Пачки, пачки, пачки. Просто 5, бро. Пачки, 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 пачки. Реализация стиля. Ну, нормально ты прошел. Свидос очень. Суховатый свидос, в принципе, более-менее по балансу стоит нормально. Знаешь, ну слышно тебя. Слышно тебя нормально. Бас не забивает, хотя и хлещет, да. Суховато, ну пойдет. Знаешь, типа не какое-то там непонятно куда поставленное в сторону, вправо, влево, вверх, вниз там. Нет, нормально. Пачки, 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 пачки. Может быть, чуть не хватает объема. Ну, чуть-чуть, может быть, тиховато. Немножечко. Но так тебя слышно, более-менее нормально. Типа отнимать за свидос, как будто, да и нет желания. Просто вот, ну, норм, да. Норм. Останавливаешься, чуть запинаешься на структурке иногда. Где-то вот там, то, что я указал момент, ну, не очень ровно свидос. Просто вот норм, да, вот норм. 5, вот норм. Не надо думать, что 5 это прям говно, руина, да. Вот у нас не зря оценки начинаются на пятерке. Это вот прям, знаешь, максимально стоковый средний трек, короче, в котором, ну, прям нету ничего и что-то даже так плоховато сделано. Просто вот середина, да. Индивидуальность и харизма. Ну вот, блин, здесь тоже я не знаю, что, бро, что вот, что здесь. Ну, ровно зачитал 5, да. Атмосфера вайб 2. Здесь 3, наверное, ну вот, типа... О, да, типа 3-4, да, насчет 4 не знаю, ну, наверное, 3-4, в общем, бро. Какая-то такая история, да.
Что тебе делать? Я не знаю, как бы, какие у тебя другие работы есть, в каком направлении ты двигаешься. Если в этом направлении ты двигаешься, должны быть более или менее интересные строки, чтобы запоминались. Более-менее интересные строки хотелось бы слышать. Плюс хотелось бы точнее флоу. Да, то есть более точно, чтобы ты себя мог раскрывать, да, более интересное, понятное флоу, ровное, так сказать, да. Поэтому, ну, такое, 32, бро. Как бы ровно прошел, да, ровно, сильно тут убирать особо не за что, тут какие-то вещи есть, ну, окей. Здесь ровно, ну, можно 4 поставить, конечно, но такое, да. Короче, везде вот максимально вот 5, да, вот просто средний трек. Как-то так, да. Надеюсь, это было полезно, дружище. Надеюсь, это было полезно.